Ку-ку, мон амигос! Сегодня с вами Вакот, и мы играем в Empyrean Galactic Survival. И, к сожалению или к счастью, получилось так, что мое видео, как вы могли уже понять, с двух частей состоит не просто так, а потому что предыдущая часть крашнулась, и у меня все слетело, и мне пришлось долго-долго страдать, чтобы все вернуть. Точнее, даже не то, что вернуть. У меня немножко случились проблемы с этим. Я умер, и все мои ресурсы пропали. Мне пришлось их восстанавливать. Ну, суть в чем. Я вот этот кораблик зачистил. Тут, конечно, ничего особо интересного не было. Поэтому мне пришлось... Да, корабли сюда притащил не просто так, потому что мне нужно было как-то добраться. Неважно. В этой серии мы... Да, простите меня, конечно, что мы не будем лазить по этому большому кораблю. Но я думаю, я верну свой долг тем, что мы сейчас отправимся на вот тот, на вот ту башню. Давайте сначала мы пролетим, посмотрим, что там, куда там. Там, скорее всего, какие-то огромные ракетницы есть. Да, тут явно ракетницы. Они сейчас все по мне будут стрелять. Но у меня есть идея получше. Я попробую их себе разобрать. То есть попробую выключить генератор, чтобы они... Кстати, моя жрачка вся пропала, потому что, как уже кто-то подметил правильно, еда без этой штуки пропадает. Ну и так случилось с моей едой. Теперь вся моя еда, к сожалению, полный шлак. Вот, к сожалению, так. Так, ну что ж, давайте попробуем отправиться на захват этой башни. Сначала посмотрим, что куда. О, видят. Вау! 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 Ох, жестко как. Ох, я смогу. Я выживу. Меня не так просто убить. Я смогу. Ах, попали. Очень сильно, жестко попали, больно. Больно, но я смогу. Нет, меня так просто не убить. Ах, ты ж мелкий засранец. Фух. Давайте попробуем пробить себе дорогу через... Там явно кто-то есть. Вы слышите? А жизни у меня почти не осталось. Явно какая-то хрюша там. Хрюкает. Дрон. Не могу понять, он там мне не стреляет или мне кажется? Ах, твою мать! Фу, как меня испугал. Да. Current location. Вау. Какие вы все жесткие. Оп, нет. Нет, 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 нет. Это будет жестко, но я смогу. Фух. У него ничего нет. Нужно разобрать вот генератор. И я думаю, если мы его сейчас разберем, а тут ядро даже есть. Мы сейчас ядро разберем
и вся станция вырубится. Станция отключена. Хотя турели все равно почему-то работают. Попало, аж оттуда попало. Ну ладно, неплохо, неплохо, соглашусь, это было интересно. Если бы я еще меньше умирал... Ты прикалываешься, как мне отсюда выйти? Слушай, так неинтересно нифига. Как мне отсюда выйти? Что они ломают, не могу понять. Как мне выйти? Нету выхода, что мне делать? Сейчас что-то придумаем. Не спрашивайте, как я убрался оттуда, но... Ах ты же мелкий выродок. Ну, я потерял все, что у меня было. Полностью все. Это надо сейчас все туда залететь, зачистить, и тогда, возможно, я что-то смогу. Ладно, убивай меня. Сейчас я тебя зачищу, мелкий выродок. Не догонишь. А сейчас я тебе... Да что ты будешь делать. Так, теперь ваша очередь. Откуда он стреляет? Еще один дрон. Ну все, иди сюда. Мелкие засранцы, думали, они смогут со мной справиться. А фиг вам, ребятки, фиг вам. Потому что я круче вас всех. У меня есть интеллект. Теперь нужно зачистить всех, кто внутри. И попробовать забрать свои вещички. Турельки.
Берем. Ничего нет. Боже, что это за твари? Какой ужас. А это что? Пожалуй, закрою. Ничего здесь нет, только зря. Только зря старались. Какой он стрёмный. Как бы его убить? Ух ты, их там много. Какая-то фигня, а у тебя медикаменты. Где-то мой рюкзачок. Пустой? Это не тот рюкзак, наверное. Не понял, а где мой рюкзак? Где мои вещи? Твою мать, мои вещи пропали. Ад, черт. Ладно, придется их сейчас делать. Давайте же попробуем. Что у нас тут есть? Так, эти штуки есть. Это уже... плюс. Явный плюс. Давайте сейчас сделаем самое основное. Это автомат. Эту штуку. Это мы, наверное, уже можем, в принципе, снять пока. Сейчас сделаем основное. И вот эту штуку. Вот так вот. И я думаю, этого будет более чем достаточно. Давайте сейчас подзарядим. Как быстро расходуется топливо, однако. Нужно бы, наверное, поставить еще один генератор. Но пока это не столь важно. Сейчас нам нужно добыть себе ресурсики. Давайте мы сейчас это сделаем. Абракадабра. Кстати, сделал... Все-таки оказалось, что у нас были вот эти лампочки, которые мы сделали в прошлой серии, чтобы освещать вокруг. И мне кажется, так намного лучше. Теперь мы видим хоть что по бокам от нас. Теперь осталось, давайте, починить это все. Здесь там достроилось. Надо бы еще сверху лампочку прибабахать. Да, построились. Сейчас это построится, и после нее мы сразу же после нее мы построим Metal Pieces. У нас не хватает Metal Pieces. Давайте просто начнем все перерабатывать, все, что у нас есть. И пусть будет все, что есть. А пока отправимся совсем к другим планеткам. Так, так у нас хоть пистолет бы что ли сделать? Давайте сначала сделаем тогда пистолет, потому что у нас хоть что-то должно быть. Это все отменять. Вот так вот. И теперь все это можно делать дальше. Вот этого будет достаточно. Конечно, прожирает оно неплохо. Как бы уменьшить это все? Ладно, неважно. Ага, нам еще нужно было бы ласты поставить, но ласты мы уже сделаем чуть-чуть потом. Пока давайте починим все, что они нам захотели поломать. Движок. Все. Отлично.
Ну что ж, отправляемся. В поиски следующих неизвестных объектов. Эту планету мы зачистим и отправимся в космос. Ладно, давайте я пока полечу без вас. Так, вот, я что-то увидел вдалеке, и кажется, это что-то хорошее. Ну, для нас, понятное дело, для него это мы не самые хорошие. Хотя это, может, я там уже был. По карте нет, там меня не было. Магнезиум, купер, это мне не интересно. Дрон. Хрустящий дрон. На ходу его снял. Так, летим дальше. Это наша высотная штука. Что-то крутое. К тому же, кажется, это утро. Через минуту будет утро. Power Station. Там сверху турель, мне, или мне кажется? Попробуем ее уничтожить. Уничтожили. Теперь нужно дрона. Промазали. Ах ты ж мелкий выродок. На, на. Ой, боже мой, кораблик, нет, не улетай. Должно быть что-то интересное. Что это по мне стреляет, непонятное. Так, где вход? Где вход? Ух, через два колена. Что оно взорвалось? Это нам нужно будет узнать. Так, давайте возьмем пистолет хотя бы. Для этого нам не хватает. А на пистолет у нас патроны есть. Так. Так. Генераторы. Ну что, их не взял? Серьезно? О боже мой. Все через жопу. Все порядок. Так. О. Хорошо. Разбираем. Лишних вещей не будет. Давай, киса, давай. Оп. Ах ты ж мелкий выродок. Опять? Они меня бесят, серьезно.
Не хотят они по-хорошему. Все, больше ничего не осталось. Так, нужно ластики сейчас. А, не долетел. Черт возьми, черт, черт, черт! Кстати, прошу прощения, что у меня такой плохой голос, потому что я немножко заболел. Я думаю, многие из вас уже заметили разницу. Но все же. Так. В принципе, ничего мне не дало. Так, ладно, это хорошо. Теперь бы ядро достать. Скорее всего, где-то по центру, правда? Вот оно. И вуаля, нам... Ничего. Какое-то плохое ядро попалось, бракованное. Долго оно разбирает. Ладно. Главное, что по сути мы все, что нам нужно, забрали. Теперь залетаем в наш вот этот агрегат-аппарат. Все это перекладываем. Все, что нам нужно, не нужно. И можем отправляться дальше. Смотрим, что у нас тут. Нормально. Включаем и летим себе дальше. Эту планету мы должны будем зачистить. В любом случае. Так, где мы уже были, где не были. Теперь нам нужно лететь в ту сторону. Ну что ж, давайте. О, рядышком. Вот откуда был второй дрон. Эпсилон Дефенс, наверное, тут ничего такого не должно быть важного. Но все же давайте. Так, кто-то стреляет. Но кто? Не стреляют. Я пришел за ядром. Я ушел от ядра, потому что я его получил. Все, что мне было нужно, я возымел. Слушайте, или это оно с реактора выпадает? Видел только, что не было этой штуки. Может, и правда с реактора? Если так, это очень-очень интересно. Ее нужно будет вернуться и разобрать остальные реакторы. Да, 12 плюс реакторов. Вы меня поняли. Ва-ха-ха-ха! Я буду бароном. ПУшечек. Давай, давай. Давай. Ну же. Ну же. Давай, давай. Есть. А, сколько ЦПУ. Отлично, отлично, отлично. Тум-тум. Так, 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 так. Четенько. Теперь опять валим. Чух-чух, ёпта. Я убийца. Убийца. Хм-хм-хм.
Ладно, ладно, я переиграл в миссию невыполнимую. Так, где же эти штуки? Ничего нет. Вот, нашел. Ладно, шучу. Хватит с вас. Кис. Слишком дерзко. А где этот шлем? Слушайте, надо пожрать где-то. Надо что ли травки какие-то найти покушать? Какие травки кушать можно, какие нет? Ой-ой-ой, ауч. Ой, кажется, это съедобно. Нет, это не съедобно. Я слышу еще одного дрона. Я точно слышу дрона. Не хочу опять умирать. А вот, кстати, дрон там вот. Это слишком просто. Я думаю, что мне уже даже и не нужны другие эти. Можно еще сюда две ракетницы поставить и вообще пировать. Только нужно все хорошенько починить. Вот так вот. А эти лапки можно даже снять. Почему они снимаются? Это запрещено с Женевской конвенцией. Женевская конвенция 45 года. Так, ладно, мы сейчас сдохнем, поэтому давайте мы по Шурику перекинем все свои вещички, чтобы опять не случилось этого коллапса. Почему не могу? Кажется, я умру. Разве же смогу скушать эту штуку? Не, боюсь. На данный момент это фиаско. Вот так и живем. От смерти к смерти. Нужно жрачку, срочно нужно жрачку. Нужно доделать кораблик наш. То пока слишком
Все грустно. Ладно, полетели. Мы ведь куда-то все-таки направлялись. Кажется, куда-то туда. Да, возможно, серия немножко скучновато получилась. Прошу за это прощения, просто потому что я очень в плохую ситуацию был. Так. Тала Дестройер Бэк. Ага, это задняя часть того корабля. Ничего себе, разбросала. Слушай, дрон, ты меня задолбал. Следующий. Следующий. Слушай, походу движок есть. А знаете, что это значит? Что его нужно разобрать? Что, садимся? Где-то еще дрон. Где-то эта летающая битюбитейка еще есть. Поставим, давайте все это перерабатываться пока. А сами пойдем завалим этого дрона. Ух ты! Средняя часть. А чё переднюю так далеко забросила? Ай-яй-яй-яй-яй, как я бахнулся. Ладно, начнем с средней. Аж ничего. Ну ладно, давайте же посмотрим, что тут к чему. Аптечка. Вот ладно, аптечку мы давайте можем даже использовать. Камешки, ничего нового. Ох ты, сколько этих. Должно быть хорошо. Ага. Пусто. Твою мать. Все с землей заросло. Так. Гробовая пустота. Что-то в центральной части нифига нет. Нифигашечки полезного нет совсем. Ну, разве что. Вот где-то с той стороны, вот давайте там видно один этот. Может быть, там что-то будет, но я сомневаюсь, крайне сомневаюсь в этом. Вот в той штуке что-то может быть. Ладно, фиг с ним. Потом, если нужно, будет залезем. Пока и так нормально. Я его собрал? Собрал. Так, ну что ж, взлетаем и летим к задней его части. Тут уже должно быть что-то получше. Чётенькие люки. Загнил паря. Ничего, ничегошеньки нет.
Совсем тут пусто. Хорошо, давайте попробуем зайти в двигатели. Вниз завалено. А наверх тут уже что-то есть. Берем. Берем. Большая аптечка тоже. Ух ты, что это? Если что-то не знаешь, разбирай. Вроде ничего интересного. Так, выходим. В принципе, двигатель. Большой двигатель. Нужно разобрать. Он полезный, наверное. Да, Фил Коли, думаю, да. В принципе, можно даже лифт разобрать, почему бы и нет. И давайте другую часть двигателя. Есть она там или нет, конечно, я не знаю, но попробовать стоит. Вот эта штука. Накопитель. Много тут накопителей, однако. Ага. Это неплохо. Неплохо. Неплохой уловчик, на самом деле, с этой стороны. Давайте попробуем зайти внутрь этого. Вот я уже здесь вижу лифт. Давайте начнем с самого низу. Низа не существует, его просто нет. Подъем наверх. Это круто. Огромный корабль. Это был большой кораблик. Чертовски большой кораблик. Хм, круто. Ну что ж, давайте я сделаю скриншотик на заставку. Будет прикольно. Да, это круто. Давайте попробуем все это разобрать. Думаю, лишнего оно не будет. И отправимся обратно. Я это все сделаю сейчас за кадром. Ну что ж, я все разобрал. Правда, то, что успел, потому что у меня не хватило Repair Tool'а, ну, заряда его, чтобы разобрать все остальное. Но, в принципе, я думаю, уже и того, что есть, вполне себе хватает. Так. Ну что ж, летим дальше. И думаю, эта планета уже зачищена почти полностью. Поэтому, скорее всего, в следующей серии мы уже будем улетать отсюда. И лететь на зимнюю планету. Да-да-да, именно на зимнюю. Ну, а пока что с вами был Вакод. Ставьте лайки, вам не сложно, мне приятно. Да и полезно мне. Подписывайтесь. Можете дизлайки ставить, в принципе, не важно, что можете, что хотите, то есть ставьте, просто поставьте. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте. И, в принципе, это все. Спасибо, что смотрели. Ребятки, что это там? Давайте подлетим, попробуем разбомбить. И все. И на этом будет конец. Это то же самое, кажется. Мы тут уже были, да? Да, мы тут уже были. Ну что ж, ладно. На этом с вами был Вакод. Спасибо, что смотрели. Удачи, ребята. И adios.